Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Exip. В прошлой части мы узнали, что за проект, чем занимается, кто они такие. В этой части посмотрим на саму токеномику проекта, дорожной карте и обо всем остальном. Так, токен Exip будет построен, как я уже говорил, на основе цепочки Binance Smart Chain. Это совместимость токена с кошельками сторонних сервисов, биржами и т.д. А также простая в использовании интеграция. На сайте выложена более подробная схема распределения токенов. Как мы можем наблюдать, на предварительную продажу выделено 125 тысяч токенов. На предложение третий этап выделено уже 500 тысяч токенов, на первый этап 400, на второй этап тоже 500 тысяч токенов. Для команды выделено 75 тысяч, советникам выделено тоже 125 тысяч. И цена одного токена Exip составляет $10 США. По дорожной карте мы можем видеть все текущие и будущие планы данной компании. Как мы можем наблюдать на июнь 2021 года запланировано уже IO и IDO. Также выпуск DNS-сервера версия 1 браузера Exip, расширение версия номер 1. И на сентябрь 2021 года уже запланирован статический хостинг веб-сайта. И так вплоть до 2023 года. Также на сайте опубликованы члены команды, с которыми мы можем более близко познакомиться, узнать, где работали, чем занимались, какой опыт работы. И у Exip имеются такие партнеры, как Neutron, APN, DevCylon и Mobilotech. На сайте приведены все свежие новости, которые выпускаются данной компанией, и новые достижения. Если есть у вас какие-то либо вопросы, вы можете задать или прочитать часто задаваемые вопросы, вы должны по-любому найти себе подходящий ответ на него. Или связаться с самой компанией Exip. Также на сайте указаны все социальные сети, где мы можем быть в курсе последних новостей, самых свежих. Ну а на этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.